Опа-на! Всем привет, с вами я, псевдо Коля Лего Мастер. И сегодня я хочу вам показать набор под артикулом 75-159. Звезда смерти, UCS. И давайте-ка без лишних предисловий погнали! Псю, псю, псю. Набор был выпущен в 2016 году. В комплект входят 4016 деталей, из которых собираются Звезда Смерти и 24 фигурки. Набор предназначен для детей старше 14 лет. Его официальная цена в России 42 990 рублей. При распаковке вас ожидает инструкция с деталями. Раз я упомянул инструкцию, давайте на нее взглянем. Инструкция здесь довольно интересная и большая. Вот такая вот огромнейшая инструкция. Здесь вот изображена сама Звезда Смерти, то есть про нее, как ее создавали дизайнеры. Тут у нас, то есть про саму Звезду Смерти, как ее создавали не просто леговцы, а как она, ну, все ее характеристики. Здесь подробности про Звезду Смерти, то есть где что расположено, ну, про леговскую версию. Вот здесь про тоже дизайнеры, тут как бы тоже, как создавали эту модельку. Тут как создавали фигурки. Здесь же у нас, как это снимали все. То есть вот такие были бы модельки. Здесь про всяких дизайнеров, там, не знаю, сценаристов. Здесь показаны, ну, нет, не все фигурки, но многие. Вот здесь у нас... То есть по пакетикам, что из какого пакетика собирается. Вот представляете, как много тут пакетиков было. Вот. И начинаем мы сборку. 17-я страница, представьте, да, 17-я страница. Обычно мы 6 или 4, а тут 17. Тут сначала начинаем собирать звездолет Вейдера. Сейчас я положу камеру. Здесь у нас все детальки. Заканчивая сборку, мы на 296 странице. Представляете? Вот. Здесь у нас все детальки, то есть, перечислены. Представьте, насколько их много. Здесь 4000, по-моему, 16 деталей. Это, здесь огромная такая картонная страница. То есть вот здесь сделали такого леговин внутри вообще. Вот. А сзади шикарнейший разворотик, такой вот принт с там, тут сценарий они должны, то есть с всеми функциями, и это вот лайк определенно. Вот такая вот Звезда Смерти. Посмотрите на нее поближе, и давайте же посмотрим сами фигурки. Они довольно здесь интересные. Первая фигурка в этом наборе — это у нас Люк Скайуокер. Люк Скайуокер по четвертому эпизоду. Вот в такой вот робе, не знаю, фермера или какая-то у него. Ну, он в такой, короче, ходил на Татуине. Когда только-только началась в «Новой надежде», это великая вселенная, или как-то сказать. Ну, в общем, да. У него есть такой вот голубой световой меч, такая вот серебряная рукоятка без хрома, ну, чуть-чуть такая. Вот. Принты на туловище спереди, сзади на ногах принты. А волосы вот такие вот белобрысые, ну, или как-то такие вот светлые. Такое первое лицо улыбчивое, такое вот веселенькое. И второе лицо такое задумчивое, такое, ой, не задумчивое, в смысле такое злое как бы. Помните, когда он увидел, когда сожгли дом и его как бы приемных родителей. Вот. Следующая фигурка, я буду не по порядку показывать, потому что, ну, вот, вторая фигурка, это у нас, не помню, как этого чувака звали, короче, какой-то офицер, он в новой надежде был, его чуть не задушил Вейдер, он такой был буйный, не верил в силу. Следующая фигурка, это у нас офицер, обычный офицер, такой в черной форме, черная кепочка. Принты на толще спереди и сзади. Следующая фигурка у нас — это еще один Люк. Тут три Люка Скайуокера в разных обличьях. Это тот же Люк. Сравните. Тот же Люк, только отличается тем, что у него... То есть он здесь в одежде штурмовика с таким вот бластером.
вот притянутого спереди сзади. Там есть два шлема самой звезды смерти, я их потом вам покажу. Первое лицо вот такое веселое, второе злое. Так, следующая фигурка — это у нас еще один Люк Скайуокер, да, тут три Люка. Вот. У него зеленый уже Святой Меч, это по возвращению джедая, по шестому эпизоду. Вот. На ногах принтов нет, но они и не нужны, потому что там просто черные штаны были. Вот принты на туловище спереди, принты на туловище сзади. Ну, в смысле, на спине, да. Одна рука черная, потому что это он носил перчатку на... Извините. Он носил перчатку на руке, которую ему отрубили, которую ему отрубил Вейдер. И у него там была механическая рука, и поэтому он носил перчатку. А эта рука у него просто была вот такая вот обычная. Вот такая у него прическа, более темные волосы уже. Видимо, покрасился. Вот. Два лица, одно веселое, другое грустное. Поменяем на веселое. Вот. Такая вот фигурочка. С Люком и Скайуокером мы закончили. И давайте посмотрим на принцессу Лею. Принцесса Лея здесь одна в этом наборе. Довольно редкая фигурка для Лего Star Wars. Не у каждого коллекционера. Ну, коллекционера-то есть, но не у каждого человека, который любит Звездные войны. Лего есть принцесса Лея. Например, у моего друга Антона вроде бы нету принцессы Лея, да. Если ошибаюсь, вы не поправите, вы не знаете. Но кто-нибудь, если знает, то поправьте меня. Я просто не знаю. Вроде у него нет принцессы Лины. Вот, короче, белые такие штаны. Хотя здесь должна быть такая юбочка, ну ладно. Ну не юбочка, а платье такое. Вот. То есть здесь у нас принтовано лучше спереди. Сзади такой типа капюшон здесь промпринтован. Очень классный мут волос. Очень, блин, классно, очень... Вот такая вот прическа, фирменная принцесса Лея. Первое лицо такое вот улыбчивое, и второе злое такое. Вот. Дальше у нас фигурка идет. Это обычный офицер, то есть штурмовик какой-то. Вот. Они просто запускали звезду смерти. Такие вот чувачки. Ой, нет, не они запускали. Нет, не они запускали, или... Они тоже там что-то присутствовали, но они только, короче, сражались с Люком, там... В общем, какие-то офицеры, они повыше, чем штурмовики, ну, типа штурмовики, да. Напишите, я просто не помню. Я из обзора истребителя этого, как его там, Тайфайтер, как-то говорил ведь, но я уже не помню. Всё спереди, всё сзади. Такой вот штурмовичок. Второй точно такой же. Вот, то есть два одинаковых. А нет, не одинаковых, они в разную сторону смотрят. Смотрите, этот смотрит в ту сторону. Смотрите. Прикиньте, да? Ну, это, наверное, уже такие как бы ошибки, они специально сделаны. Вот, следующая фигурка у нас Гранд Мофф Таркин. Да, у него очень такая история. Он был еще в Войнах Клонов. Ну, кто смотрел, да, вот это, тот поймет. Мне вот очень нравился тот сезон. Не помню, какой это был. Пятый или шестой. Вот. Короче, вот такой вот Гранд Мофф Таркин. Сзади лицо вот такой вот злой. Спереди вот такой вот, типа, сухмолочкой. Помните еще по изгою, да, эту ужасную модельку. Ну ладно, вот принц спереди, принц сзади. Следующая фигурка — это у нас Хан Соло. Буду показывать его в такой позе, это мне сложные фигурки, потом расставлять по самой звезде смерти. Представьте, 24 фигурки по самой звезде смерти ставить, это сложно. Перейдем в позиции, вот. Вот. Он такой же, как Люк, то есть в костюме штурмовика. Не помните, бежали там, украли костюмы у штурмовика, то есть убили их и забрали, или не убили. Ну да, как-то они их убили, что... Вот. Так, обычный Хан Соло с бластером, вот с таким вот, а прическа вот такая вот, тоже довольно редкая фигурка. Именно вот, именно Хан Соло, который не Олден Эрон Райк, а
Харрисон Форд. Харрисон Форд. Вот. Снимается прической, и здесь такое лицо такое улыбчивое, то есть он такой улыбается. А здесь такое вот лицо, мне больше оно нравится. Но оно не сильно подходит под, ну, вот позицию, которую я его поставила, поэтому вот оно здесь такое... ну, задумчиво, как бы, не знаю. Так, следующая фигурка — это у нас опять же Хан Соло. Вот такой вот Хан Соло, точно такой же. Только вот такие вот штаны. Это еще более редкая фигурка. То есть в таком костюме, да, фиг найдешь. Вот. Принадлежащий сзади, спереди, на ногах. Минус такой вот, что тут, видите, лицо одного цвета, а грудь другого почему-то. Ну да, я понимаю, это из-за того, что черный. Такая сама деталь черная, и на ней рисовали. И получилось, что вот такое вот лицо. Ну, в принципе, это на всех Хан Соло, поэтому не важно. Вот, ну. Лица. И все. И его фирменный был ласа. Хотя он тут в лего у всех одинаково. Следующая фигурка — это у нас... Точнее, следующие две фигурки — это у нас такие офицеры. Или штурмовики тоже, как бы, имперские. Я не особо разбираюсь во всяких там разновидностях штурмовиков. Именно в разновидностях штурмовиков я-то все знаю, все штурмовики. То есть, ну, типа, такие там, как бы, различаются. То есть, там, например, огненные штурмовики там или какие еще... Вот, Assault, вот, или какие-то, ну, в общем, вот, как бы такие, а что, вот, разновидности, типа, вот, что вот в такие или такие, я не разбираюсь, вот. А, да, вот такая вот фигурка, их две, принты на тулуш, спереди, на ногах, сзади принты, шлем такой вот, очень детализированный, красивый, лицо одно, такое классное лицо. Следующие две фигурки — это у нас обычные два штурмовика. Ну, про них мне сказать нечего, поэтому мы их пропустим. Следующая фигурка — это у нас дроид. А точнее, 4 дроида. Нет, смотрите, давайте вот так покажу. Вот эти два дроида, типа C-3PO и R2. Но это не они. Вот такой вот имперский дроид. Дроид протокольный. Вот переводчик, там не знаю, кто он. Вот такой вот дроид. Он еле появлялся там немного в «Новой надежде». Погиб также при битве за Ямин. Следующая фигурка — это у нас вот такой вот дроид тоже, остромех. Его имени я не помню. К сожалению, для обзора не узнал. Но обзор и так грандиозный, на такой большой набор. Это сложно делать, то есть, поэтому каждую фигурку отдельно показывать. Вот, поэтому вот такая вот фигурка. Следующая фигурка у нас — это R2-D2, лучший друг C-3PO. Это остромех. Ну, всем известный, последние два года много где появляется. Вот. И C-3PO. Тоже довольно не сильно редкая фигурка. Появляется в наборах от там 10 тысяч, там сколько тысячелетий, например, новый или что там. Ну да, где-то он еще появлялся, наверное. Капсуле этой спасательной. Ну, это 15-го года, по-моему. Тантиф тоже вот 17 тысяч стоит. Ну да, в основном дорогих наборов попадается. По-моему, еще в каком-то дешевом попадался, но... Вот. Обычно такой C-3PO, то есть... Принты-то на ногах у него, правда, есть, а у остальных, по-моему, нету принтов на ногах. Я точно не помню. Я сейчас для вас, наверное, узнаю. Сейчас, подождите. Смотрите, я сходила, взял эту фигурку и... Да. Точно такая же. Я думаю, какая-то эксклюзивность будет. Смотрите, опять же, в разные стороны смотрят, смотрите. То есть. Вот. Пишите, какой из звезды смерти, угадайте. Какой из них из звезды смерти, я вам нажму сердечко под комментом. Вот. Такие вот C-3PO. Ну, он один, да, я просто сравнил. Вот. Следующая фигурка — это у нас гвардеец, два алых гвардейца. Обычные алые гвардейцы. Вот такие вот красные. Ну, алые, да. Плащи вот такие, два плаща вот таких у них. Снаружи вот такие вот, а внутри темненькие.
такие вот палки. Они особо роли не играли. Вот. Погибли на свете смерти второй. Ну, может, на первом, не знаю. Вот. Такая голова черная, без принта. Вот такие вот фигурки. Да, какие-то... Вот. Следующая фигурка. Последняя фигурка. Это у нас Бен Кеноби. Наставник Энакина. Наставник Люка. Наставник... Все, да. Вот, у него учитель был Квай-Кон, который погиб от рук Дарта Мола. Да. Вот такой вот Бен Кеноби старый тут. У меня, кстати, молодого Бена нет, прикиньте. Короче, вот такой вот Бен Кеноби. У него вот такая вот одежка. Здесь вот такая вот. Сзади тоже принц есть. Такая вот прическа, как у Люка, только серая, то есть седон. И одно лицо. У Бен Кеноби. Это мой единственный Бен, по-моему. Оби-Ван. Да, одно и то же. Вот такой вот Чуба. Чувака. У него стандартный бластер, который стреляет. Фух, я боюсь стрелять из таких оружий. Это слишком серьезно, да? Вот если вам в лицо стрельнуть... Блин, мне в лицо выстрелил. Чубака. Ну, короче, вот. Вот такой вот Чубака. То есть вот. Это такая, как бы, деталь огромная. Старая, да, очень. 14-го года. Нет, деталь не 14-го года. Деталь очень старая, еще 99-го. Просто ее потом покрасили нормально. Последние, две последние фигурки. Это у нас Вейдер и Палпи. Вейдер, да. Энакин Скайуокер. Вот такая вот моя любимая фигурка. Я ей очень дорожу. Она, наверное, самая непотрёбанная из всех. Такой вот Вейдер. Смотрите. Здесь такие шикарные принты. На туловище спереди, на ногах. Сзади принты есть, имеются также. Правда, они полностью черные. Да. Вот. Конечно, тупая шутка была, но вот. Тут такой вот световой меч. Красный. С серебряной вот этой рукояткой. Я особо не трогала ее, чтобы она оставалась такой же блестящей. Вот, это, конечно, не хромовая, но ладно. Потому что раньше они делали хромовые до 2009-го, 8-го, 7-го. Вот. У него такое лицо. Это новая версия, 14-го или 15-го года она. Вот. С 15-го, да. Или 16-го, вот. Такой вот Вейдер. Это очень редкая фигурка, она не часто появляется. Вот такой вот Вейдер. Поставлю аккуратненько. И последняя фигурка, это у нас Дарт Сидиус. Или же Шив Палпатин. Две такие молнии. Ну, такая себе фигурка, у меня таких две. Правда, вторая без молний. Две такие молнии, плащ. Сзади принтов нету. На туловище спереди, на ногах принты. Капюшон. Лицо такое злое. Второе лицо такое... Типа весело. Вот. Давайте пока я покажу вам, в общем, фигурки все. Столько фигурок, представьте. Вот. Ну... И вот сам набор. Как бы не сам набор, это его первый этаж. Давайте посмотрим. Так, микрофон. Все подключено. Так, давайте сначала посмотрим первый этаж. Вот такой первый этаж. Он самый незначительный, самый маленький. Да, самый маленький. Вот. Сюда мы поставим вот этого дроида.
Вот, кстати, там, смотрите, есть такая тележечка. Я тут фонарем подсвечивала. Есть такая как много пыли, да. Я пытался убрать пыль со следа смерти, но оказалось, я отсюда не убрал. Да. Здесь такой старый бластер и какой-то компас или что это. Такая вот деталька, как какой-то счетчик. Вот. Такая вот машиночка. Ее ставим туда. А этого дроида засовываем прям вот так вот. Ставим сюда примерно. Вот. И вот так вот у нас стоит. Здесь у нас всякие эти бочки там. Не знаю, с каким-то топливом. Хотя они все на электроэнергии с ними будут. Ну, что-то там есть. Так. Тут такая ограда. Вот, вы видите, да? То есть вот. Вы все видите. Очень классно. Так, очень классно все выполнено. Вот. Сюда. То, что выше, мы посмотрим потом, когда второй этаж будем смотреть. Вот. Дальше тут такое пустое пространство. Вот. И опять же пошло вот повторочки. Вот смотрите. Тут у нас как устроено. Тут у нас лежит вот этот монстр, который засосал в воду грязную или в мусор, куда он там. Люка. Вот. Потом я его покажу поближе на втором этаже, когда мы будем смотреть. Вот. Вот первый этаж. Второй этаж. Второй этаж. Сначала, чтобы хотела вам показать это... Ой. Ну, ладно. Без штатива попробуем. Вот, смотрите. Это вот... То есть... Та самая знаменитая сцена. Сюда мы давайте поставим фигурки. Принцессу Лею. Помните, да? Кстати, вот тут специально такие декорации сделаны. Типа мусор, помните, да? Вот эти трубы. Тут пыль, да, пыль. Но я пытался убрать перед обзором. Я пытался. Это за 3 дня все, видите, накопилось. Вот. Это если что, это такие звуки стоят нам. Вот. Сюда мы ставим принцессу Лею. Такую. Так. Принцессу. Принцесса, что это ты не фокусируешься? Так. Все. Ставим принцессу куда-нибудь сюда. Вот. Потом ставим Люка. 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 Вот так вот. Как-нибудь. Так. Вот как-нибудь вот. Вот так вот. Да, вот так вот. Классно, да? Кого не хватает Чубаки. Ну, я говорю, да, пулька я выстрелил. Вот Чубака. Вот, и у нас вот знаменитая картина. А. Как же без Хана Соло, моего любимого персонажа. Чего Хан не фокусируется? Он же тут самый красивый. Ладно, ставим Хана вот сюда. Вот так вот. Ну. Вот. Смотри, там вот такие как бы фонари. Но помните, это все как... В самой сцене было. Смотрите. Тут есть функция, смотрите, вот такая вот. Вот такая вот. Помните, да? Так вот, вот так вот. Осталась принцесса Лея. Самая выносливая. Она самая умная. Так.
ставим обратно в те положения, как они все стояли. Ну, примерно, как они стояли. Поставим Хана рядом с Лей. Как сложно, конечно, обзоры снимать. Вы не представляете себе. Вот. Так. Да. Дальше. Кстати, да, смотрите, еще одна функция, там открываются эти ворота. Вот. Еще туда два. Ну, все помнят, да, эту сцену, когда C-3PO им открыл, или R2, он же Астромех. Это у нас тут генератор. Сюда мы поставим Бена. Убиваем. Почему сегодня все не фокусируется? Что за день такой? Вот. Бен. Мы его сюда ставим. Вот так вот. Да, вот так вот как-то. Это, конечно же, если вы не знали, тут есть функция. Вот такая вот. Вот типа он генератор отключил. Функция довольно простая, просто здесь на, как бы там на палочке крепится и... Ну, убираешь, и оно падает. Так, вот эта часть мне очень нравится. Она очень красивая, смотрите. Огромные вот эти вот, ну, наклейки, да, но... Это же штучки. Вот это вот тоже штучка, решеточка. Здесь вот эта веревка, то есть, на которую Люк летал. Тут можно его поставить с принцессой Ли, но так как это сзади, и это не видно. Хотя часть очень красивая, то есть, детализирована, смотрите, какая. Вот, очень много деталей. Очень. Это мой самый большой набор. Самый большой набор, который я собирал. Вот так вот, смотрите. Ну, примерно вот. Так вот. Вот. Поняли, да? То есть он здесь может летать. Очень мне нравится. Пью. Так, он здесь принцесса Лея летал, здесь, так, фух, он вот сюда летал, да? Так, я не помню, тут как-то не совсем точно показывается это все. Ну, в общем, да. Дальше. Эта комната, я не помню, вообще показывалась ли Звездных войн, по-моему, вообще нет. Это так, типа, какая-то... Техническая комната, ремонтная, не знаю. Тут у нас какой-то кран, крюк. Вот. Тут четыре винтовки. Четыре винтовки, вот. Вот. Лифт какой-то грузовой, то есть вот. Крутится посредством, ну, там веревочка. И крутится вот так вот. То есть уже на третий, так что это попозже, на четвертый. Я думаю, обзор получится где-то час. Кстати, вот я не знаю, я готовился к обзору, все это чинил. Я нашел некоторые ошибки, которые я допустил в 17 году. Я так понимаю, оно само же не выпускается, да? Вот смотрите, оно просто... Оно само же не выпускается, его просто нужно давить, чтобы не спустилось. Вот. Вот механизм, очень незамысловатый, очень. Такая пушка. Так, а мы расставляем, да, расставляем. Там, по-моему, никого не было. Пушка, да. Сюда можно... Да, вот стреляет посредством нажимания вот этой штучки. Ну, конструкция, вы понимаете, какая-то, наверное. Прямо в вас. Тут еще две дополнительные пульки. Я одну уже выстрелила, она у меня на полу валяется, я потом ставлю. После обзора, конечно же, вот такая вот очень красивая пушка. Мне она очень нравится. Здесь два места. Вот. Вот такая классная пушка. Вот такая вот пушка. Так,
Все, мы посмотрели второй этаж. И давайте перейдем на третий этаж. Третий этаж. Быстро мы идем, да? Хотя, как бы, тут, в принципе, нечего рассказывать. Да. Третий этаж. И давайте перейдем к третьему этажу. Покруче сейчас третий этаж есть. Он огромный, самый большой. Самый крупный, самый интересный, самый значимый, самый-самый, вот. Все, давайте посмотрим третий этаж. Вот. А здесь у нас та самая знаменитая сцена, вот эти те компьютеры, за которыми работают какие-то офицеры. Ну, за ними работают, в смысле, там открывают, закрывают, вот эти, связываются с кем-то. Там самая, та самая эпичная сцена, где вот они прыгали туда вот вниз, то есть спасая принцессу Лею. Там такая вот иллюзия, смотрите. Очень классно. Так, опять же, сюда мы расставляем фигурки. Здесь мы поставим много фигурок. Во-первых, поставим штурмовика. Сейчас стройка, а офицера поставим на мой самодельный штативчик. У меня есть нормальный штатив, но он слишком высокий. А я просто на маленьком столе снимаю. Вот. Поставили, да? Вот такой вот. Дальше ставим кого? Хана Соло. Хана Соло. Он вот там, он там вот бежит. Вот. Есть ли какая функция? То есть открывается. То есть вот. Крутим. Открываем. Там дыра. Можно кинуть фигурку. Смотрите, если не верите. Смотрите, ой. Опа, надо. Купец. Так. Ставим на мой самодельный штучек. Вот, и смотрите. Как уже становится какая живенькая звезда смерти, смотрите. А что дальше? Штурмовиков. Расставляем. Ставим сюда вот первого штурмовика. Вот. Так, вот смотрите. Второго ставим сюда. Я просто обзор затягиваю, ну, чтобы часто минимум было где-то. Такая вот звезда смерти прям мощная. Чувствуются, да, вот эти коридоры. Не в каждом же наборе такие вот огромные постройки, да. Иллюзии вот такие, да? Реально. Вот, смотрите. Вот. Вот композиция такая. И как-то... Вот, ну, короче, да. Ставим еще офицеров. Как будто бы они бегут, смотрите. Так вот. И последнего офицерчика. Ой, блин, фух, поймал шлем. А то думал, упадет. Так, вот так вот, вот так вот и вот так вот. Ставим мультик. И вот так вот. Композиция такая получилась. Берем штифчик и смотрим. Вот смотри, тут такая как бы погоня. Хан Соло, иллюзия. Какие-то фонари или камеры, не знаю. Фонари, да, наверное. Не знаю, что за камеры такие. Ну, да, это фонари. Тут наклейки. Это все наклейки, наклейки. Смотрите, здесь у нас камера принцессы Леи. Тут ее пытали, вот этот робот пытал. Здесь такая, опять же, функция открывания двери, как ее спасли. Вот. Там Хан Соло мешает, поэтому вот так вот. Открывается. То есть, вот. Да. Так, дальше еще. Дроид пытательный. Да, это iPhone XR. Пытательный дроид вот этот, который пытал принцессу Лею со шприцом. Вот видите. Что он там делал, не знаю. Блин, как много пыли. Вообще. За 3 дня, прикиньте, это столько пыли. Я готовился, я ее кисточкой там протирал, все.
поливала ее душики, мыл. Вот, короче, такая камера у принцессы Лии. Ее можно сюда посадить, но... Как бы да. Фух, наверное, главная часть данного набора... Уменьшенная версия этого зала. А, была тоже как бы уменьшена, но... Как бы более полная такая версия этого зала. Такой набор был. Тронный зал этого Сноука был и тронный зал Палпатина. Вот, это же тронный зал Палпатина. Только уменьшенная версия в Звезде Смерти. Вот. А та была большая, побольше. Она стоила 5, 6, 7 тысяч, не помню. По-моему, 5. Вот. Ну, тот набор тоже очень классный, я бы его взял. Но, правда, очень такой сомнительный, что в плане он как бы классный, но типа какая-то часть. Вот, я такие наборы не очень люблю. Смотрите, как мы расставим, получается, нашу всю композицию. Или как это называется? Напишите в комментариях. Поставим вейдер сюда. Потом по бокам два алых гвардейца. Вот, блин, все в пыли просто. Я же убирался за Звезде Смерти. Просто пылесборник, на самом деле. Но она того стоит. Вот. Блин, вейдер, правда, классный. Такой вот вейдер. Вот. Ставим Люка. Вот сюда. Я вам покажу функции. Так. Так вот. Так, конечно же, главного тут затейщика всего Палпатин. Ставим Палпатин. Главного тут вообще злодея. Всей этой... Все звездных войн. Так, функция первая. Тут вторая есть функция, но она не к этому относится, потому что здесь одна функция. Помните сцену, где Вейдер отрубил, то есть, эту штучку, и Люк упал? Тут, правда, смотрите. Вот так вот сделаем. Да. Вот, очень хорошо это все отображено. Вот. Очень наглядно. Здесь вот такой вот забор. Мне прям нравятся такие заборы. Вот. Вот так вот. Здесь вот такие бочки, тут вот такие штучки. Не знаю, как это называется. Бочки. Напишите, что это за бочки, я просто не знаю. Вот здесь какие-то генераторы, там окно, через которое он смотрел. Вот там окно, да, вот там окно. Ладно, ответ. Так, блин, 10% осталось на телефоне. Ой, спалился, что на телефон снимаю. Ну да, я раньше на камеру снимала, просто сейчас на телефон снимаю, чтобы так удобнее. А, вот смотрите. Палпатин, Палпи. И его кресло. Знаменитое. С принтами там. Так. Досмотрим третий этаж, я уже зарешу телефон на процентов 70 и продолжу снимать. Так. Это у нас такой типа гараж Вейдера. У него здесь лежит его ламба. Висит, в смысле. Ну, это не ламба, это истребитель. Я не знаю, это вот так и было или это я поставила. Сейчас. Я вернулся. Это я поставила, так не было. Такой вот, смотрите. Вот такой вот. Ну все, сразу классно стало. Функция, так. Функция вот такая, я потом ее покажу поближе. Вот такая вот. Истребитель, да. Показать поближе, наверное, да, нужно. Это истребитель. Вот. Точно такой же был в замке Вейдера за 10 тысяч.
Поэтому вы можете его подешевле взять, и он там был лучше. Это же старая модель. То есть 16-й год это, а та 18-й год. Ну, на 2 года всего. Но все равно лучше тот. Этот не очень. Но Звезда Смерти, да, это последняя Звезда Смерти, поэтому она не самая редкая. Это самая нередкая Звезда Смерти, да. Нет, это... А сколько было? Всего 3 Звезды Смерти было у Лего, да? Ну, самая лучшая, та, которая вторая Звезда Смерти, типа, не собрана еще до конца. Она была самая лучшая. Окно почему-то выходит на гараж, ну ладно. Есть такие полоски, типа... Здесь вот я уже показывала. Так, ой. Здесь у нас функция того, что закрывается и открывается дверь. Ну, там простая функция, то есть крутишь шестерня, и она вот по этой штучке. Вот, очень красивая дверь. Мне вот нравятся вот такие коридорчики. Вот кому нравится, ставьте лайк. А самая главная часть, конечно же, вот прям ради которой все, наверное, этот набор берут. Конечно, ради самой Звезды Смерти, ради фигурок, ради всего, но вот эта пушка очень классная, неповторимая просто. Очень мудрёная функция. Хотя нет, знаете, не, я тут подумал, она совсем не мудрёная. Тут 4 шестерёнки, или сколько тут? 4 шестерёнки, да, тут, если посчитать. Вот, разные спиралечки, вот. Ну, классно, тут даже показано прозрачно, то есть, видите. Смотрите, я вам сейчас все объясню. Она крутится, крутит это крутится, и вот крутит вот это. Да. Лесенка. Тут у нас принты всяких касс, хотя, ну да, это касса, но Star Wars это не касса. Так. Пушка. Шедевральная просто. Так, ой, я не расставлял фигурки, или я расставлял? Нет, не расставлял. Да, расставлял, в смысле. Здесь у нас панель управления, здесь должен стоять, смотрите, кто должен стоять. Так, вот так вот. Он здесь должен работать, типа. Вот. Как вот Звезда Смерти. Смотрите, функция заключается в том, как она крутится, поднимается, вертится. Смотрите, крутится она вот так вот, просто двигайте вот этой штукой. Смотрите, да. А чтобы она опускалась, крутите вот так вот. Смотрите. Это очень классно. Тут все этажи связаны между собой. Это очень интересно, очень игровая Звезда Смерти. Как Звезда Смерти 2008 года. Такая же, только... Ну, точно такая же, просто красивее и дороже. Вот. Здесь можно посадить такого же чувачка. Такого... Сейчас я посажу, и мы будем смотреть 4-й этаж после того, как я заряжу телефон. Сейчас садим. Вот, и он якобы управляет Звездой Смерти. Вот, очень красивая, да? Просто шедевр. Ну и давайте посмотрим последний этаж. Вот такой последний этаж. Давайте будем расставлять фигурки. Первая уже поставлена. Вот. Смотрите, то есть я эту функцию уже показала, здесь просто вертится. Так вот, ну а здесь опускается и поднимается. Здесь у нас вот эта вот штучка. Вот такая вот. Здесь у нас алдера показана, здесь, не знаю, типа взрыв или что это. В общем, что-то связано с взрывом алдерана. Так, отвалилось. Вот. То есть это можно поменять, как бы. Вот. Кстати, такая же штучка, только в Звезде Смерти 2008 года. Мне нравится чуть побольше. Дальше у нас кабинет, где проходили разные переговоры. Мы садим Гранд Мофф Таркина, того чулика, которого чуть не задушил Вейдер. Ну, и можно посадить Вейдера, но он у меня в другом месте. Так, тут бочки такие, ну, стол, здесь поднимается, и там можно предметы хранить разные. Я храню запасную рукоятку меча этого.
сиделся и... Так, и штучку, ну, вот эту вот антенку у мандалорцев. Дальше тут есть такой, короче, лифт, я его позже покажу. Здесь также есть такие две пушки. Они вращаются вот, то есть, так вот. Чтобы не вверх-вниз, вот так вот, нужно вертеть вот эту штучку. Дальше. Последняя комната. Сюда мы ставим, короче, протокольного дроида Империи. Тут у нас, кстати, два шлема штурмовиков. Ну, они нужны Люку и Хану. Здесь у нас инструменты. Тут не все, некоторые у меня в другом месте. Еще один инструмент, такой стол, креслица, такая вот штучка. Дальше мы ставим, короче, C-3PO и R2. Так, давайте сделаем, наверное, вот так вот. И вот так вот. Так, смотрите. Лифт. Он на веревке. Вот так вот. То есть вперед, чтобы опускать лифт вниз. Он, смотрите, может по всем этажам спускаться. То есть вот, видите, да? Ну и обратно опять же поднимается. Такая вот звезда смерти. Надеюсь, она понравилась. Так, давайте поставим, наверное, вот так вот. Классно, да? Очень красивая, большая. На нее еще раз взгляните. Очень огромная. Вот. Ну и давайте уже подведем итоги. Ну давайте подведем итоги. Что бы я, конечно, хотела сказать в итоге, это, конечно, идеальный набор. Но набор я, безусловно, стоил 10 из 10. Хотелось бы снизить ему цену. Хотелось бы снизить ему оценку на 1 балл. Даже, может быть, на 2, но я не снижу. Все-таки потому что, ну, цена у него адекватная за свои детали, за свою редкость. То есть набор очень значимый, для коллекционеров он очень подходит. Хотел бы вас осведомить о том, что скоро будут выходить новые обзоры на мои новенькие наборчики, что мне подарили 4 набора на окончание года. Это секреты какие, вот я потом скажу в обзоре. Ну и хотел бы вам пожелать удачи, не болейте, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, всем удачи и всем пока!